На торжественное вручение дипломов съехались ученые со всей России, а также из Республики Казахстан. Мероприятие началось со вступительной поздравительной речи первого проректора, проректора по научной деятельности Дмитрия Таюрского. Он рассказал о ранних исследованиях ученых Казанского федерального университета и также поздравил всех кандидатов, способствующих развитию математических, географических, исторических, биологических и других наук в будущем. Вот эта гонка для вас заканчивается. Сегодня вы получаете в руки соответствующие дипломы, с чем мы вас, конечно же, очень тепло поздравляем. Желаем, конечно, того, чтобы вы пришли сюда еще за другим дипломом. Научная жизнь, она не останавливается. Вы доказали свою состоятельность своими исследованиями, своими публикациями. Казанский федеральный университет славится своими диссертационными советами, в которые ежегодно обращаются для защиты и подготовки научных работ. Это подтверждает востребованность дипломов КФУ. В этом году торжественное вручение проводил первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Всего ученую степень получили 29 докторов и кандидатов наук. Некоторые из них на сегодняшний день продолжают свою научную деятельность в стенах университета. Я занимался, ну, лет 15 как минимум. То есть тематика впервые определилась где-то в 2005 году. И вот если я, получается, в 23-м году защитился, ну, плюс еще подготовка, ну, вот 15 лет на написание, плюс еще несколько лет на подготовку документов и защиты. А мое исследование было очень интересным на тему репутационного капитала научно-образовательных организаций на примере Казанского федерального университета. Рассматривала репутацию, как она влияла на деятельность и вообще как деятельность Казанского федерального университета оказывает влияние, какое оказывает влияние на репутацию и как ВУЗ мог на этом зарабатывать. Моя работа, исследовательская работа, посвящена изучению практической подготовки будущих учителей в зарубежных вузах. Я исследовала опыт 5 стран и выявляла лучшие практики организации обучения будущих педагогов. В конце церемонии Дмитрий Таюрский призвал ученых не оставлять науку, а продолжать вносить вклад в ее развитие и пробовать себя в образовательной деятельности. Кристина Осекина, Александр Кузнецов, Универ Новости.